Здравствуйте. Расположитесь поудобнее. Эту медитацию я бы посоветовала вам проводить именно лежа. Можно перед сном. И если вы заснете, ничего страшного. Ваше подсознание все равно впитает образы и идеи, которыми я буду делиться с вами. Сделайте глубокий вдох. И на выдохе плавно закройте глаза. И еще раз. Глубокий, плавный вдох через живот. И на выдохе плавно, опускаясь в тело и разрешая ему расслабиться. И позвольте себе полностью сосредоточиться на дыхании, продолжая глубоко дышать и с каждым выдохом потихоньку отпуская напряжение в своем теле. Ощутите прохладу, которая проникает через ваши ноздри при вдохе, а выдыхая, почувствуйте, как теплый воздух покидает ваше тело. С каждым выдохом разрешая себе расслабиться. И пусть все напряжение и стресс выйдут из вас на выдохе. Вдох через живот. И на выдохе, чувствуя волну расслабления от макушки и дальше вниз кончиком пальцев ног. Глубокий вдох. И на выдохе мышцы лица расслабляются. Глубокий вдох и выдох, мышцы вокруг глаз также расслабляются. И снова вдох. И на выдохе вы опускаете челюсть и шею, чувствуя, как напряжение уходит из плеч. Выдох, чувствуя, как тяжелеют ваши руки, мышцы кистей, и все пальчики постепенно, мягко расслабляются. Продолжая дышать, глубокий, спокойный вдох, и на выдохе теплая волна спускается по вашей груди и животу. И вы отпускаете напряжение из каждого мускула и органов. Вдох и на выдохе, чувствуя полное умиротворение. И снова вдох. А на выдохе волна растекается по вашим ногам. Ваши голени и ступни тяжелеют. И вы позволяете им расслабиться. Продолжая дышать, представьте, что вы лежите в своей уютной, мягкой кровати. Она очень приятная и теплая. И вы дремлете после невероятно потрясающего сна. И вы можете даже ощутить, как ваша спина давит на кровать. Вам уже пора вставать. Вы знаете, что до того момента, когда прозвенит будильник, осталась одна минута. И сейчас вдохните всей грудью. Сделайте два глубоких вдоха и выдоха, заполняя все тело энергией. И когда вы вдыхаете, каждая клеточка вашего тела, вашего организма насыщается энергией. И при выдохе вы также ее чувствуете. Она вытекает из ваших рук и ног ощущением тепла и комфорта. И затем представьте, что вы машинально выключаете будильник, поворачивайтесь на бок, чтобы сесть на кровать.
и вы чувствуете свою грацию и плавность. Вы свободно управляете своим телом, как гимнаст, потому что сознательно наполняете его чудесной энергией дыхания. Продолжая дышать, представьте, что вы встаете с кровати, и вы чувствуете, как ноги касаются пола. И в этот момент вы вспоминаете обо всем, за что вы благодарны. Вы благодарите Вселенную за наступивший день, за дорогую семью, за великолепный сон, за вашу силу духа и непрекращающееся изобилие. Глубокий вдох. На выдохе вы берете свой телефон и смотрите на его экран. И замечаете, что пока вы спали, на ваш счет поступили солидные суммы денег. И вы улыбаетесь. Каждой клеточкой своего тела вы чувствуете благодарность. Благодарность за то, что богатство плывет к вам даже во время сна. Вы делаете свои привычные утренние ритуалы. Вы не сдерживаете широкой улыбки, вы просто сияете. Мысль о том, что ваша жизнь преисполнена процветания, изобилия и роскоши, витает в вашей голове, и вы позволяете это почувствовать, представить, продолжая дышать глубоко, спокойно. Вы чувствуете легкость от этой роскоши и изобилия, свободу. И потом вы видите ваш аппетитный дымящийся завтрак и кружку ароматного кофе. Вы видите вашу замечательную семью, вашу великолепную одежду, и ваше сердце наполняется еще большей благодарностью за все это. Вы ощущаете себя богатой, ощущаете всем телом, потому что вы расслаблены, как будто тело знает, что вам нечем волноваться. Вы преуспеваете, вы успешны, вы изобильны, и в этом состоянии полнейшего умиротворения и легкости в вашем теле нет места стрессу и дискомфорту. Спокойный вдох и расслабленный длинный выдох, и вы готовы выйти из дома. Вы берете свой кошелек и тут же начинаете смеяться. Настолько полон наличных денег, что вы не можете его закрыть. Вы пробуете сделать это, но у вас ничего не получается. И тогда вы решаете, что отдадите эти деньги первому встречному. Просто потому, что знаете, что на ваш счет в любом случае каждую секунду будет поступать еще больше денег. Вы в этом уверены. И затем вы выходите из дома и с легкостью садитесь в свою машину. Поворачиваете ключ зажигания, и вы в восторге от звука вашего мотора. Как же вы благодарны за эту восхитительную машину. Просто невероятно. Ведь вы всегда хотели именно такого. Сделайте глубокий вдох, ощущая и чувствуя, насколько вам там хорошо и комфортно. Насколько вы достойны и заслуживаете именно этой машины. Вы ощущаете комфортное кресло под вами, которое повторяет контуры вашего тела. Отмечаете, что спинка очень удобной формы.
как оно заботится о вашей осанке. И вы смотрите на руль в своих руках. Вы обхватываете его пальцами, ощущая приятную твердость. Вдыхая запах своей машины, ощущая, насколько вам комфортно и приятно находиться в ней. Вы осматриваете машину целиком, свой салон. Вы любите в ней все, каждую мелочь. Вы нажимаете педаль газа и ощущаете легкий, плавный рывок. Такие уютные, мягкие сиденья. И вы, как всегда, в безопасности. И вы внимательны за рулем. Но как же удивительно приятно управлять такой достойной машиной. Вам нравится водить этот невероятный автомобиль. Он мягко лавирует по дороге и показывает потрясающее мастерство и комфорт. И по пути вы останавливаетесь, чтобы купить бутылку воды. И замечаете, что кто-то идет по дороге. У вас много дел, которые вас ждут. Но у этого человека такая добродушная улыбка и приветливый взгляд, что вы невольно задерживаете на нем свое внимание. И ваше сердце сразу откликается на то, чтобы отдать ему все деньги, которые не умещаются в вашем кошельке. И от этой мысли по телу бегут приятные мурашки. Вы держите деньги в руке, незаметно кладете их в сумку тому человеку, проходя мимо. Это будет приятным сюрпризом, когда он увидит их. Взяв бутылку воды, вы возвращаетесь в машину и едете на работу. И коллеги встречают вас улыбками и тепло жмут руку. Все так рады видеть вас. Приятное чувство того, что вы ценны, любимы и состоятельны, захватывает вас. Вы открываете свою почту и тут же видите два чека на сумму более 10 тысяч долларов. Вы ощущаете себя счастливым и благодарным за свое изобилие и процветание, которая продолжает накапливаться с каждым днем. У вас есть время, чтобы благодарить Вселенную за всестороннюю ежедневную поддержку и изобилие. И вы чувствуете в себе потоки счастья, умиротворения, богатства и благополучия. Вы любите свою работу. Она приносит вам безграничное удовлетворение. Ваше окружение – это люди, которые любят находиться рядом с вами. И для вас поразительно то, что во всех сферах вам сопутствует успех. И вам не нужно ограничивать себя только одним способом самовыражения. Вы чувствуете, что все ваши таланты и умения применяются в свое время. И это приносит счастье и чудесное знание того, что вы реализованы. И вы благодарны за то, что живете, взаимодействуете с другими в этом мире и испытываете от этого большую радость. И в обеденный перерыв вы едете в аэропорт. Садитесь на самолет в бизнес-классе и летите на свой отдых на тропическом острове. И все, кто находится в этом самолете, счастливые, спокойные, доброжелательные люди. Они мило улыбаются, они в предвкушении. И вы –
чувствуете, что это будет лучший отпуск. И время очень быстро пролетает. И вы даже не успеваете соскучиться, как самолет уже приземляется. Вы так рады быть здесь. И вся ваша семья и друзья тоже здесь вместе с вами. И это будет великолепный отдых. Вы чувствуете свежий, солоноватый бриз с моря, который нежно целует ваше лицо. И каждый человек на острове наполнен счастьем и покоем. Вы смотрите в глаза других людей и видите в них безмятежную радость. Внезапно вы ощущаете вибрацию вашего телефона. Вы смотрите на него и вновь видите, что на вашем счете появилась еще одна крупная сумма денег. Да, вы говорите сами себе. Вы чувствуете прилив благодарности душе за ваше стабильное изобилие и богатство. Вы этого достойны, и вы впускаете его в свою жизнь. Вы идете по берегу, вам хочется поплавать. Вы заходите в воду и ощущаете, как все более нарастающая прохлада укутывает ваше тело, когда вы неторопливо погружаетесь в море. Какая приятная свежесть. Такой отдых – просто подарок судьбы. И это так ценно. Вы благословенны. Вы изобильны. Вы до краев наполнены процветанием, благодарностью, доверием и спокойствием. Вы не спеша разводите руки в стороны, отталкиваетесь от дна и плывете на спине. Вы расслаблены полностью и слышите только биение своего сердца и собственное ровное дыхание. Вы доверяете Вселенной, отпускаете все мысли, и вы наполнены благодарностью и спокойствием. Вы чувствуете, как соленая вода поддерживает вас. Вы ощущаете свободу. Ваше сознание ясное и чистое. Вы в потоке. Вы плывете. И вам вдруг становится страшно. Вы поймали эту мысль в голове, и она передается в тело. Вы растеряны. Тут же отпустите ее и замените на положительную установку. Чувствовать страх – это естественно. Отпустите его. А вместо этого сместите внимание на изобилие и потоки любви. Почувствуйте ощущение. Если бы было все возможно, и вы стали изобильны, богаты, что вы почувствуете в теле? Легкость, спокойствие, благодарность. Возвращайтесь в это состояние как можно чаще. Практикуйте это всякий раз, когда заметите чувство тревожности, страха или неуверенности. Только вам решать, куда направлять ваше внимание. Куда внимание, туда и мысли. И знайте, что так бывает всегда, когда вы пробуете что-то новое. Вы растете и развиваетесь, когда начинаете делать что-то непривычное для вас. И это хорошо. Хорошо, что вы боитесь. Это признак того, что вы растете и выходите из зоны комфорта. Поэтому будьте благодарны этим чувствам и мыслям за то, что они были. И просто выберите освободиться от них. Замените их на то, что вы знаете, что есть в этом мире. Замените их на изобилие.
каждый раз, когда к вам будет приходить ощущение беспокойства, опасения, тревоги, страха, вспомните, что вы чувствовали, когда вода держала вас на плаву. Скажите себе: у меня есть мощная поддержка. Я в безопасности. Я спокойна. Я талантлива. И я могу все. Я богата. Я достойна. Я купаюсь в изобилии. Я в потоке. Я под защитой. Я иду не торопясь. Мое сознание без границ. Я ощущаю свою силу. Я процветаю. И деньги регулярно пополняют мой банковский счет. И я часто вижу, что они приходят ко мне неожиданным образом. Я магнит для денег. И я умею делать все, что требуется, чтобы постепенно достигать своих целей. Я в потоке. Я доверяю Вселенной. И я чувствую, что Вселенная поддерживает меня. И каждый раз, когда я волнуюсь, я спрашиваю себя: мне и вправду нужно беспокоиться за свою безопасность? Или это просто от того, что я делаю что-то новое? И я плыву дальше. Я изобильна. Я очень богата. И мне нравится делиться своим изобилием с другими людьми. Я люблю дарить любовь окружающим. Как же мне нравится испытывать радость. Мне одинаково приятно тратить деньги на себя и на других. И изобилие дано мне по праву моего рождения. Так же, как природа щедро дарит нам солнце и дождь, так же и мне посылается изобилие, чтобы у меня было все, что нужно для роста и развития. Я в потоке. Я доверяю. И я чувствую себя расслабленной и счастливой. Я достойна изобилия. Я достаточно хороша. Я ценна. Я заслуживаю. Я успешна. Я в потоке. И теперь сделайте глубокий, спокойный вдох. И представьте, что вы выходите из воды и медленно заходите в свою комнату, чтобы вздремнуть. Вы укладываетесь в свою уютную кровать, проваливаетесь в роскошные мягкие подушки, и вот наступает безмятежный сон. И когда я досчитаю до 10, считая от 10 до 1, вы медленно вернетесь в сознание. 10. Не торопитесь. Делайте глубокий вдох и выдох. 9. И вы постепенно возвращаетесь в тело. 8. 7. Глубоко вдохните и выдохните. 6. Ощутите ваше сознание внутри вашего тела. 5. 4. Не спеша вернитесь в реальность. Потихоньку пошевелите пальцами рук и ног. 3. Дышите глубоко. 2. Сгибая и разгибая пальчики, почувствуйте, как энергия возвращается в ваше тело. И, наконец, 1. Сделайте хороший глубокий вдох. И когда будете готовы, открывайте глаза. Сердечно благодарю вас за то, что разделили эти моменты со мной. С большой любовью и благодарностью.
Наталья Леру.